1 апреля завершилась финальная серия турниров детской футбольной лиги городского округа Люберцы. За заключительными матчами наблюдали и мы. Здесь нет победителей и проигравших, но атмосфера на футбольном поле пропитана духом соперничества. Добиться результата помогает сплоченная командная работа. Кто-то выиграл, кто-то проиграл. Всякое бывает. Я даже в шоке был, когда наш забил. Игры проходили во дворце спорта «Триумф» и в футбольных манежах «Олимп» и «Спартак». Крытые площадки позволяют организовать турниры в любую погоду круглый год. Сегодня вот снег пошел, мы играем, здесь тепло и хорошее покрытие. Сын очень доволен. Мы приезжаем из Мирного сюда играть. Вот, и спасибо всем, кто был причастен. Матчи детской футбольной лиги проводят в Люберцах каждый год. Сегодня свое мастерство показали спортсмены в возрасте от 5 до 8 лет. Такие мероприятия проводятся с целью популяризации футбола, развития во всех возрастных группах, которые еще не могут принимать участие в больших соревнованиях районного масштаба и областного. В финальных играх встретились 15 команд, которые представили разные футбольные школы. Богдан Колесников, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.